хотите, чтобы я сделал точно такое же видео, только там, где онлайн будет около 200 человек, то если это видео соберет 50 лайков, я это сделаю. Ух, сколько там просмотров это уже набрало? Охренеть, 56 лайков, вы что, серьезно? Придется сделать немножечко еще хлеще. Ну ладно, я готов. Погнали в Дискорд и зовем теперь не Марго, а моего брата. Примет или нет? Алло, принимай! Так, погнали с памяти ВК теперь. Опа, в сети с телефона, отлично. Это уже заявка, так я тут пока останусь. ДС, пошли. Сейчас принес с память. Какая капча. Вот так, есть, есть прогресс, прочитал. Я собирался мыться. Чё за съемки? Чё там делать надо? Там надо мной контроли... Так, ну я зашел на первое. О, мне пишет привет. Че, мне отвечать всем привет? Нет, скажи идите нах. Че, серьезно? Напиши. Идите. А, что? Вам нужно наиграть 10 минут, чтобы пользоваться чатом? О, да! Что это за херня? Блин, как вовремя обновлению. Командами не могу пользоваться. А, нет, я командами пользоваться могу. Это повезло. Не переключайся, пожалуйста, я просто скажу, что спонсорка на моем канале доступна от 25 рублей. Ты можешь поддержать мой канал и стать спонсором. Там есть теперь 3 уровня, так что я не буду отвлекать. Можешь сам все посмотреть по ссылке в описании. Построй паркур. Конкурс для участников сервера Mineverse. Я строю паркур. Люди должны будут его пройти. Разыгрывать модератора будешь. А, на реальные деньги? Да. 75 рублей, окей. О, шикарно. Тут уже нет региона, да? Я сейчас тэпэт угол тогда включу, чтобы нам не мешали. А, значит, строим паркур. Кстати, знаешь, что при... Что? Ты хочешь, чтобы мы вот на этом разыгрывали модератора? Да. Так тебя же забанят сейчас. Так никто же не видит, что это мы строим, и все. А регион? Надо же приватить. Привать. Регион делай. Окей. А как РГ назовем? Конкурс Ладон Лох. А все, я это сделал. Вот и хорошо. А что, типа рандомного чувака, ты понял? Да. А, тогда окей. Мы еще можем сюда протект поставить, чтобы никто не ломал. О, давай, так даже лучше. Все, вы успешно защитили регион. Влад, давай, твоя задача, пока я строю паркур, иди сюда. Перепрыгнуть 4 блока. А, это проще простого. Смотри, вот смотри, прямо сейчас сделай, смотри. Все. Ты думал, это сложно? На, проходи. А вот это уже невозможно. Так ты даже не проверил. Это невозможно, я уже вижу. Это возможно. Нормально, у тебя тут блоки. Все, можешь не проходить, не проходить можешь. Так. Подожди, а тут регион же, наверное, нет, ты что? Все, нет, зачем тут строишь? Что это такое? Смотри, вставай вот на... И вот так вот делай. И скажи, ты пыхайтесь на варп, Славку стоп. Вот здесь вот варп. Ты вот на этом вот так вот прыгаешь. Понятно? Стой. Что ты там пишешь? Все, призывай всех. А можно посмотреть? Нельзя. Окей. Я на монтаже покажу хотя бы. Я не знаю, что там было, я не видел. Ну, сейчас прикинь, бан прилетит и все. Ну и ладно, потерпим. Все, я написал это. Боже. Это похоже и на дурку, и на еще кое-что. Не, смотри, никто не тапается. Нет! Блин! Так, ладно, я зажму пробел микрофоном. Говорят, бан, тебе нечего делать, да? Это же постройка половых органов. Все, ломают. Чтоб не забанили. Ну тут люди палят уже твой паркур. Помоги! Что еще в паркуре можно добавить? Прямо сейчас, Влад, ты должен, короче, тэпнуть какого-нибудь чела любого, у которого меньше модератора. Ты должен ему сказать, пройдешь паркур, получишь модератора. И первого человека мы нашли немножко нестандартным образом, так что погнали к нему. Сейчас, ты готов пройти это? Не, оно уже проходит. А, окей, значит, все отлично. Давай, братан, давай, совсем чуть-чуть. Ой, давай с самого начала, давай. Здесь момент сложный, я лучше добавлю блок. Давай, пошла, родимая, давай. О, помогает. Да ты вообще мастер, давай, пошла. Все, так, давай, отлично. Давай, сейчас у нас модератор заберет, хотя давай креатива. Давай лестницу, давай тут. Вот тут лестница, давай. Влад, она тупая совсем, что ли, я не понимаю. Так. Донать. Так, оплачиваю. Все, говори, перезайди. Перезаходи. Так, она вышла. Креативка! Поздравляю. Давайте скрин сделаем. И раз. Оп. Пошли все нафиг. Иди сюда, всех подави сюда, и я сейчас отлично пишу.
Вот, я всех позвал сюда. Идите сюда и смотрите инфу. А регион-то на протекте, его сломать даже никто не сможет. Чего, говорит, я подписан. Последний пункт, который ты прямо сейчас должен выполнить. Мы с тобой должны пойти в Макдональдс и похавать чизбургер с колой. Ты и я. Так, получается, я там беру камеру, да? На самокате прук тебе. Думаю, вы все помните вот такой вот самокат. Он у меня был именно в этом ролике, если что, переходи по подсказке. Ускоряемся. Ё-моё, как быстро. Следующий кадр будет это тогда, когда я уже приехал к Славе, да. В общем-то, да, Слава, привет, да. Погнали в Мак, если что. Окей, мы часто кидаем снюс, чтобы не победили вкус. Я не знаю, какие там слова, да, похуй. Макдональдс. Телепортация. О, да, все, мы в Макдональдс. Собственно, мы взяли заказ. 450 рублей. Давай, Слава. Я ему скинул деньги. Чтобы мне кэшбэчик пришел. Нету денег? Есть деньги. Ты нищий бомж. Доплатил, блин, вот. Во, номер локатора. Во, номер. Собственно, мы оплатили, это все поели, ну и, в принципе, все, да.